Привет, друзья! Сегодня мы снова стоим на Пальма де Майорка, и в моих руках птичка DJI Mini 3 Pro. А это значит, что сейчас я покажу вам Пальмский собор с высоты птичьего помета. Полета. Просто здесь голубей много летает. Хе-хе-хей. Да, сейчас мы можем видеть несколько деревьев, достаточно зданий, и я буду управлять дроном вручную. Наш корабль. Вау. Это очень красиво. Но страшно, а? Завал как страшно. Опыта мало еще управлять дроном. Красавчик. Второй полет состоялся успешно. Я перенервничал, завал. Мои руки тряслись, но все хорошо. Друзья,
Это был второй полет птички DJI Mini 3 Pro. И я думаю, что он состоялся успешно, со множеством препятствий. А сейчас я говорю вам пока и до встречи. До встречи. Пока.